Всем привет на канале Мусали. Сегодня в работе Рено Сандеро. Разобрали автомобиль, подготовили поверхность проклейки, все обезжирили. Кратенький обзор по штатной шумоизоляции. Багажник, вот такой кусочек вибра на арке. И все, остальное все голое. Ну, естественно, этот кусок могли бы вообще здесь не клеить. Он свои функции никакие не выполняет. Разобрали двери. То же самое, голые двери, голый металл. Вообще нет ни одного кусочка вибра. Шумный автомобиль. Требует дополнительной шумоизоляции. Разобранная крыша. Тоже две небольших полосочки вибра, и все, достаточно. Будем все это исправлять, обесшумливать. Разобран также салон. Ну вот что у нас в салоне. Вот такая полосочка, небольшой кусок вибра сзади в ногах задних пассажиров. Ну и в принципе можно сказать все. Мало. Шумоизоляции вообще никакой нет. Начинаем работу.